Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антона Фет, малыш футболист, и вышел новый ивент Евро-2024. Сегодня подробно разберемся во всех заданиях, лайк, подписка, колокольчик. Ну а если вам нужны монетки или вы не знаете, где в будущем купить ФК-25, то следующие 30 секунд видео для... Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть кумира или просто любимчика, то сайт Автофуд для вас. Купить монеты ФК-24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк, и можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, Евро-2024, ребят. В самой игре вышел такой вот мультипликационный ролик интересный. Здесь и Ибрагимович, и Зидан, и Криштиану Роналду, и гол Пола Гаскойна, ребят. И гол Тризеге в решающем матче финала, ребят. Посмотрите гол Гаскойна. Если вы его не видели, он очень-очень крутой, ребят. Итак, что они сделали? Они — это eSports. Итак, когда вы зайдете в FIFA, там будет возможность нажать UEFA Евро-2024, и они сделали привязку. То есть я в этот режим, честно скажу, ребят, играть не буду, потому что он как бы не подразумевает собой онлайн. Да, есть какие-то сетевые товарищеские матчи, но в целом вы играете против ИИ, а играть против ИИ я не хочу. Но здесь вы можете выполнить ряд заданий. Итак, если вы просто погрузитесь в игру и зайдете туда, то вы уже выполните одно задание, соответственно, и оно связано с Ultimate Team. Каждый шаг — это новое задание, ребят. То есть, двигаясь вот по этой красивой, интересной, даже, возможно сказать, как будто бы пошаговой какой-то игре, да, выполняя задание, да, например, заполните 7 ячеек игровых стилей создания вам профи лидеров сборной. То есть вы создаете игрока. Сыграйте в финале созданным профи в режиме лидер сборной, да. То есть, и вы получаете очки дуального игрока. Либо вы получаете в карьере, либо вот, например, за лидера сборной, сыграв реальным игроком, да, звание игрока, получив звание, вы получаете в аренду кумира, да. То есть сделали привязку, на мой взгляд, она не очень интересная. Да, я там каких-то два задания первых выполнил, которые были простые. То есть заступил в саму игру, да, как бы выбрал сборную Англии. Но дальше, честно скажу, делать не буду. Но, возможно, лет 20 назад, конечно, я бы заморочился. Мне было бы это интересно. Какая-то еще награда ждет за итоговый, да, проход. То есть они не говорят, когда. Пишут, что будет в июле, ребят, замануха. Но в эту замануху я влазить не буду, на ваше усмотрение. В общем, вы видите, что одно задание выполнил. Начните турнир за любимую сборную. Я выбрал Англию. И получите игрока, ребят. Сейчас мы зайдем, вы сразу можете перейти, то есть он вам подсказывает, пожалуйста, нажимаете квадратик, переходите, и здесь у вас, пожалуйста, показывается сразу, как будут игроки расти. То есть за победы игроков Копа Америки и Евро-2024, за победы, за проходы матчей, как обычно, будут они расти. Провалившись также в игрока, вы можете посмотреть, насколько они будут расти там по рейтингу, добавляются стили, финты или еще что-то. Сейчас тоже это разберем на примере одного из игрока Копа Америки. Итак, ребят, полузащитник Тотс. Я сначала думал, что будет какая-то карточка интересная, но это Ника Вильямс, который уже падал еще и в аренду. Ну, конечно, это Квиксель, и он, в принципе, ну, совсем не нужен. Идем дальше, ребят. Я знаю, что многие уже спрашивают, как выполнить игра в сезоне. Играйте и выигрывайте матчи с игроками из наград сезона в вашем составе, ребят. Здесь на самом деле все просто, но самый главный момент. Здесь нужно выиграть 10 матчей, я сейчас вам покажу, с 7 такими игроками. Дается 34 дня. Не торопитесь выполнять задания, просто потратите кучу времени. Сначала накопите 7 игроков. 7 игроков, да, сейчас мы дойдем до этого, то есть здесь с 4 игроками из наград сезона, с 4 игроками из наград сезона, а здесь с 7 игроками. Наберите 7 игроков, а потом выполняйте задания, тогда у вас все задания будут выполняться. Причем это можно будет делать в любом режиме, то есть, ну, выиграете в сквад батл, если не получается в обычной игре. Также парад одной страны в Германии, ребят, здесь все просто, это выполняется в товарищеских матчах. Сразу скажу, эти товарищеские матчи, ну, по крайней мере, было до этого, более по времени сокращенные. Плюс соперники зачастую, когда вы забиваете гол, рвут связь. Треугольником переходите из режима заданий, парад одной страны, ребят. Общий рейтинг максимум 93, игроков в аренде 2, страны, регионы максимум 1 у вас в стартовом и запасе. Но здесь играйте
игроками сборной Германии, да, потому что на это, соответственно, идет само задание. Не торопитесь, опыт будет, в любом случае будут выходить различные задания, где вы сможете получать опыт, поэтому здесь ничего страшного нет. Вышли также смешанные страны Аргентина-Канада. Ну, здесь просто, ребят, 5 игроков из Аргентины, 2 игрока из Канады, забивать нужно аргентинцами. Ну, здесь режим Squad Battle. Почему всем советую режим Squad Battle? Потому что, соответственно, вы тем самым еще и Squad Battle качаете. Ну и теперь многие спрашивали, да, где все-таки найти игроков, ребят, сезона. Ребят, есть прогресс сезона, самое левое задание. И здесь у нас начинаются с первого уровня попадаться игроки. Но eSports вас путает. Он вам предлагает еще и набор. И вот тут не ошибитесь, ребят, не выберите набор, потому что тогда вы потеряете игрока. Вот у меня один игрок уже есть, соответственно. Это не мощный, вряд ли уже, особенно кто давно играет или даже совсем недавно. Можно лучше состав собрать. И вот здесь, нажав на игрока, вы видите, сборная выигрывает одну игру. Плюс рейтинг. Три игры. Игровой стиль. Сборная выигрывает в четвертьфинал. Еще один рейтинг. Сборная игрока выигрывает полуфинал. Один к рейтингу, 5 на финтах. И сборная выигрывает финал. А, или 5 на финтах. Сборная выигрывает финал, плюс один еще к рейтингу. То есть игрока может прокачать очень сильно. И здесь сразу идет либо Евро, либо Копа Америка. Это как растут игроки. Поэтому тоже не торопитесь их сливать. Они могут вырасти. И вот тут по сезону, просто поднимая рейтинг, вы видите, что вот до следующего уровня мне надо 2600, да, там, до следующего игрока. И так далее. 7 игроков. Можете посчитать, до какого уровня вам надо дойти. Понятно, что на это понадобится время. Но, как я и сказал, лучше взять, накопить 7 игроков, подождать, набить опыт. И потом уже, соответственно, спокойно, без проблем, не заморачиваясь, взять и отыграть, как положено, 7 матчей. Игроков много интересных. Опять Дудек, да, он был героем, еще и сюда попал. Здесь уже почему-то английский перевод, ребят, не знаю по какой-то причине. Ну и самое интересное, это, конечно же, в конце, ребят. На 34 уровне вас ждет Стивен Джерард, ребят, либо Тони Кросс. Сами решайте, выбирайте. Честно, здесь Кросс просто с какими-то бомбическими статами, поэтому, возможно, вы решите выбрать его. Но здесь, опять же, на ваше усмотрение, ребят. Ну а в конце пушка с 97, и при этом он еще может и вырасти, ребят. Здесь опять же сейчас будет, давайте посмотрим, у него, ну, феноменальные характеристики, стили. Здесь немножко другие, то есть, ну, кумиры немножко по-другому развиваются, да, то есть опять же, но там надо забивать голы, и поэтому посмотрим. И сразу дается 4 игровых стиля. Это меткий удар, скороход, первое касание и неподступность. То есть исключительно хорошо контролирует и не отпускает мяч. То есть мяч будет сложно забрать. Даже интересно его будет поставить у себя в команду. Ведь у меня есть пушкаш, но 94, ребят. Кантону не знаю, куда двигать. Наверное, посажу его на банку. Какой бы я ни был фанат Кантоны. Посмотрим. В общем, ребят, дерзайте, пробуйте. В принципе, все очень просто, доступно. Пишите свои вопросы в комментариях. Пишите, кого поймали. Здесь все довольно-таки легко. Будем пробиваться, будем набирать, понятно, награды. Все, любите футбол, играйте в ФК-24. До встречи на канале. Всем пока. Хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились.